Продолжаем снимать. Не могу понять, вот правильно ли мы найдем эту дорогу, как вообще, или вокруг надо будет проехаться, и все, так и заканчивается Семь озер. Ну, в общем, здесь красиво, ничего не скажешь. Ну, вот дороги жесть. Зелень, все красиво, да. Но дороги, смотрите, какие. Просто шикардос. Вот. А то, что говорят, что здесь семь озер, ну вот я не могу понять, где они. Как-то вот почему-то не сделали, чтобы можно было по ним прогуляться, что ли, там вокруг. Какие-то мосты или еще что-то. А вот семь озер, это там получается у нас... Раз, два, три, четыре. Четыре. Ну, еще продолжение следует. Там надо будет проехать. Но вообще, конечно, очень красиво. Очень. Природа хорошая, шикарная. Но здесь надо поработать над дорогами, конечно же. Ну, вот такая дорога, ну куда она годится? Красиво, смотрите. Со второй платформы снимаю. Дерево тянется прям над озером, да, такое? Расположилась. Растет. Молодежь двигается. Тишина такая. Если бы не громкие разговоры, то очень здесь приятно прям. Я не представляю осенью, какая здесь красота. Деревья разных цветов. Вообще я поняла, что надо, оказывается, вот в такие места, где много деревьев, конечно, приезжать осенью. А что-то мне так захотелось, думаю, нет, поеду. Маша поехала, вот и рыбки. Поплыли рыбки, рыбки поплыли. Сейчас будем ходить, посмотрим, что как. Ну вот, продолжаем. В общем, мы доехали до Семи озер. Прежде, которое я говорила, что это оказывается было водохранилище, и еще было 25 километров, просто добирались, я проголодалась. Это было просто что-то. Поесть здесь особо нечего, конечно. Ну вот, я говорила, что мы там перекусили. Ну и вот такая вот красота. Просто все зеленое абсолютно. И также буду снимать с каждого моста. Тут такие мостики небольшие. Вот там я вам сейчас покажу. Вот так. Туда тоже надо будет пойти. Ну красиво, правда? Смотрите. Красотень. Здесь такой мостик такого плана. Ну и там не буду показывать. Водичка такая там уже вот с этой стороны грязная. Здесь такой мост. Здесь, походу, везде такие мосты. Может, их разделяет каждое озеро. Не могу понять еще. Но сейчас проедемся, посмотрим.
В общем, проголодалась я очень просто. И нигде ничего не было. Здесь что-то гюзельме типа дают, но и не дают, так скажу вам. Заказали, уже ждем, наверное, больше получаса, который готовится 5 минут. Поедем дальше, наверное. В общем, вот такая красота. Здесь столько машин. Я даже не знала. Смотрите, кошмар какой-то. Просто. Машин миллион. Там еще стоянка. Но здесь нереально красиво. Очень красиво. Можно устраивать пикники, только нельзя жарить там мясо, что-то на мангале сказали. В общем, а так есть где посидеть. О, люди все сидят, гамак там даже есть. Такой вот мини-магазинчик для желающих что-нибудь приобрести. Последнее озеро. Вот. Как-то так. Всего понемногу. Ну все, дорогие мои, целую вас, спасибо вам большое. Отсюда видно, туда не стала спускаться, надо ходить очень много, а я в сандалетах просто. Поэтому вот как-то так. Ну, они все одинаковые, вы знаете, все одинаковые, и к ним надо ходить к одному, к другому. И, в общем, это долгая история, очень я так устала. Добирались тоже очень долго, 4 часа с чем-то. Вот. Все, пока-пока. Целую вас. My dear, hello. Merhabalar takipçilerim. Nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Мои девочки, привет. И мальчики тоже. Как у вас дела? Все хорошо? Давайте приступим к следующему видео. Это у нас будет песчанка. Тебешермис песчанка, чилимис мави Узбекистан. Вот столько у меня песчаночки. Еще там есть у меня крупная песчанка. Я ее отделила. Это так, средние и мелких здесь практически нету. Вот. Ну что, попробуем сначала... My dear песчанка and blue Uzbekistan. Попробуем сначала в сухую, да? Похрустим. Бадана. Кокусы бадана коку. Побелочка. Угу. Но она у меня долго стоит.
Давно я ее заказывала. Даже не помню. Еще раз повторюсь, да, песчанка, голубая узбечка. Так, ну что, давайте попробуем. Песчаночка, вы знаете, она прям пыльная, запах у нее по белочке. Что за звуки? Желтые прожилки прям такие, знаете, ярко выраженные. Блю узбек, блю я.
сказали, рот вытирать. Не хочу вытирать рот. Вот честно. Девушка одна написала, вытирайте рот, говорит. У меня некоторые девочки очень смешные. Не хочу идти за ложкой. Давайте покушаем так, да? Мои дорогие, поела я голубую узбечку с песчанкой. Вкусно. Давно песчанку не ела. Прям, видать, маленькая соскучилась даже по ней. То есть вспомнила вкус. А то ж я уже и вкус забыла. Вот реально давно у меня не было видео с песчаночкой. Вот. Я его, знаете, как увижу, думаю, ну жалко. Пусть стоит. Так вот смотрится еще так аппетитно. Вот эти кусочки все. Вот. Ну ничего, мы сегодня его открыли и поели. Ну. Так, пчелары. Тады табики. Ким цевьё, киль табишир. Вала тадлары. Инанылмаз. Бен чок севьёру. Чок хэмдэ. 17 yaşımdan yiyorum. Zarar var mı diye soruyorsunuz. Tabii ki faydalı değil. Ama az az deneyseniz bence bir şey olmaz. Bilmiyorum. Bazen belki bir şey olabilir. Ama bana az az yutuyorum. Yani normali. Şu an. Yani yutmasınız da sadece tadını alsanız da o da yetiyor. Ну что? Следующее видео, наверное, попробуем. Опять хруста, наверное, не будет. Потому что печеньки. Хочу все эти котлетки поесть. Здесь у нас красная баткенская. Кусочки мелочков. И еще... А, желтая глина. Вот. My dear, thank you. Delicious. Blue Uzbekistan. And песчанка. Супер. Ну что, мои дорогие, спасибо вам большое. Подписывайтесь. Жду ваши лайки. Позитивные комментарии. Вот. А так вас очень-очень всегда жду. Целую, люблю. Пока-пока. Так, пчелорам, эпёрам, северам. Айдар, бай-бай.